У нас сегодня в гостях, как принято называть, экс-начальник Минского городского управления МЧС Терешков Николай Александрович. Николай Александрович, вы тут уже давно не были в этом здании. Скажите, что изменилось с тех пор, когда вы отсюда уехали, так можно сказать? Поменялась ли здесь обстановка или осталась же такая же? Нет, так не осталось. Прогресс имел место быть и имеет место быть и сейчас. Улучшается служба, насыщается другими техническими средствами. Новые задачи стоят сейчас перед этой службой. Прогресс идет своим чередом. Кадры, совершенно новые кадры. Скажите, а как вы решили, что все-таки хотите связать свою судьбу именно с пожарным делом? Связали вы свою судьбу. Может, как-то кто-то заставил, может? Или... Не, очень просто. Отец мой 29-го года ушел в армию. Ну и отец, значит, заслужив там эту, не то, что заслужил, он был в кадровой службе. Потом там же на сверхсрочной остался. Летал на самолетах ТБ-3, тяжелый бомбардировщик 3, ТБ-3. Там 12 человек экипажа. Самолет огромный, неуклюжий. Ну, их избивали эти самолеты. В первую очередь, да. Один истребитель сбивал по несколько этих тяжелых бомбардировщиков. И мой отец летал на этих самолетах, прыгал с парашютом. Короче, он травму получил, его исключили из этого самого, из списков авиации. И он уехал в свою родную Оршу, вот-вот, где родился, значит, в качестве шофера. И куда устроиться? Рабочих мест мало. И он устроился там в пожарную охрану города Орши в качестве водителя. И вот где-то года 30, наверное, 7-го отец работал в пожарной охране города Орши. И он служил в Оршанской пожарной охране. Когда началась война, буквально где-то на 7-й или на 8-й день Оршу там уже заняли, и отец вместе с пожарной со своей командой эвакуировался. Они были полувоенизированные какие-то, я точно не знаю, туда, на Брянщину. Надо было воевать. И отец, как шофер, как водитель машины, подвозил бомбы туда для авиатора. Угу. Ну, отвоевал и вернулся снова в пожарную охрану. В Оршу обратно, да? Опять в Оршу, куда же еще? Но вы родились именно в 42-м, вы, по-моему, да? А я родился 20 января 42-го года. Когда, значит, отец пришел с войны, с фронта, он провоевал 4 года. Ну, короче, я впервые увидел отца где-то в 45-м году, где-то, наверное, в октябре. Идет какой-то дядька, с бородой, с усами, значит, и мне говорят, мать, ну, встречает мужа, значит, и брат старший, они бегут навстречу к отцу, там и родня какая-то там еще, но я не все детали помню, я помню деталью, когда я увидел, я его не видел и не знаю, кто он такой, этот самый бородатый человек. Значит, а потом, когда отец говорит, этот, как волчонок, говорит, смотрит на меня и диким, ну, диковатым таким, он никогда не видел, а тут его. Ну и вот я запомнил момент, когда отец взял меня одной рукой, второго брата моего старшего, на вторую руку. И тут уже тут они меня обнимали. Ну, до дома там дойти было, там недалеко. Значит, вот это вот я увидел первый раз отца. И с этого момента я начал понимать мир. Вот увидел мир, а так я не знал. До этого момента вы, в общем, не помните, что там происходило. Помню, что кое-какие-то фрагменты, когда еще немцы же там были,
кое-какие это фрагменты я, ну, так, схвачены и все. А с этого момента я уже начал понимать, что это такое, кто отец, мать, ну, и так далее. И вот с этого момента я начал осмысленно уже что-то соображать. И вот отец пришел в 45-м году, еще повозил немножко бомбы, а потом его опять взяли в пожарную охрану. Вот и все. Отец работает в пожарной охране. Значит, он до войны работал в пожарной охране, отвоевал и опять в пожарную охрану. Вот здание пожарного депо, я в ней живу, в здании, и я не один, там несколько семей живет, там и начальник пожарной команды, там и много-много, не очень много, но народу достаточно немало было. И вот в этой пожарной команде я рос вместе с отцом. Ну, отец работал, а я рос вместе с годами. Вот, собственно, и все. Можно считать, что вот в 50-м году вы переехали жить, все. Да, вы, это уже собственно, пожарный... вы еще не работали пожарным, но уже душой были закалены. А лестницам уже лазили там, где только что-то да. не делали. Мы. Уже и помогали там, наверное, ну, и где-то, где-то да, что-то да, там. Да. И на пожары ездили, ну так, уже где позевать, а где помогать. Там. Ну, немного, только те пожары 7 лет, 8 не было. А потом школа, ну школу начали еще в деревне учиться. В 57-м, 58-м закончил школу, 10 классов, Аршанскую. И пошел работать в пожарную охрану. Я 2 года проработал, до 60-го года. А в это время, где-то уже в 58-м году, спортом начал заниматься. 2 года я занимался спортом и в пожарной охране работал. Ну, пожарники довольны были мною, что я и спортом, так сказать, и грамоты там, значит, и значки эти вот самые, это ж, знаете, разряды, да. Разряд, да. Третий разряд, зелененький такой, второй разряд синий, первый разряд красный, это же уже первый разряд, а мне еще 18 годов только, а уже ж первый разряд. Это 60-й год. Вот моя служба в пожарной охране. Вот началась реально с 58-го года. Пацаном взяли, есть трудовая книжка у меня, записана, когда, все, это вот у меня есть. В 60-м году уже, так сказать, окрепший спортсмен, более-менее, с первым разрядом, из запаса на, туда, куда-то на мастера спорта. Меня, значит, вызывают в райотдел милиции. И говорят так, парень, или ты идешь в армию, сейчас мы в военкомат и пойдешь, вот тебе 16, 18 лет скоро будет, еще 18 не было, скоро 18 годов будет, и все, и пойдешь на 3 года в армию. Или же вот тебе другое направление. Ты динамоец, а я и динамоец, и красное знамя, и трудовые резервы, и спартаковец. Ну, короче, мы все эти вот книжечки есть, и мы на все соревнования ездили. Ну, такая была система, особо никто не контролировал. Короче, ага, я так понял, что в армию 3 года идти не стоит. А этот начальник милиции, толковый мужик такой, говорит, давай, говорит, не дури, иди-ка ты, знаешь, куда, вот нам надо набор в ленинградское какое-то училище МВД, политучилище какое-то, туда. И пожарно-техническое училище. Короче, меня это сам направляют, документы. Значит, в Харьковское пожарно-техническое училище. Ну а с пожарно-спасательным спортом вы уже в Харькове именно связались? Или где-то, может, раньше слышали? Ну как я раньше? Ездили в Витебск на соревнования по пожарно-спасательному спорту. Ну, как я молодой еще такой, 17 лет было, 16, 17, 18. Значит, ну, пробовал там, лазил в трухе, ну, без толку особо. Школы не было, техники никто не, технических приемов никто не показывал особо. Ну, так, по колхозному там бегали, но это не было спортом. Пожарным спортом этого не было. Когда я вернулся сюда в Минск, вот, это вот лейтенантские погоны первые. Вот эта фотография ваша первая? Первая офицерская фотография моя. А я вижу, у вас тут еще одна фотография.
На этой фотографии вы тут уже в звании полковника, так что я так понимаю, это уже финальная, а это начальная, да? Да, вот да, это вот первая офицерская, а это финальная офицерская, полковник. Да, так я говорю, что в 69-м году меня, значит, городской начальник выцарапал с министерства и, значит, назначили меня начальником пожарной охраны заводского района. В этом районе я проработал 4,5 года, даже 5, по-моему, где-то около этого. Вот, собственно говоря, и все. И в 79-м году после академии вот этой вот меня назначили заместителем начальника управления. Закончил с отличием эту академию. Красный диплом, кстати, училище красный диплом, этот красный диплом. Ну, с 77-го года, 79-го года, 77-го по 79-й в Москве учился 2 года. А 79-го здесь заместителем начальника управления я проработал 7 лет. И потом назначили начальником управления. Николай Александрович, так совпало или все-таки специально в канун вашего дня рождения 19 января спасатели всей Республики Беларусь празднуют свой профессиональный праздник – День спасателя. Скажите, может, у вас есть какие-то теплые пожелания сегодняшним уже спасателям в честь этого праздника? Я желаю успехов всему коллективу Минского гарнизона спасателей. Я поздравляю всех с Днем спасателя. Особое внимание или особое пожелание хочу выразить руководству городского управления и ветеранам. Здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго.